привет, мои дорогие друзья! Вы снова на канале «Свой среди своих» и я свой. И сегодня мы сделаем классную настойку. Ребятки, с классную дыневую настойку, короче говоря. Вот. Для этого мы будем использовать, смотрите, у меня здесь идет 700 грамм самогона. Вот, на 700 грамм самогона я буду брать практически вот половинку дыни. Вот, ну, бог с ним, вот так вот отсечем, оставим вот это в сторонку для последующего употребления. Освобождаем дыньку от семечек, убираем вот эту всю требуху, шкорочку не надо. То есть помыли шкорочку, этого будет достаточно. Вот, так, дыньку мы нарезаем. Туда ее, все. Все, дыньку нарезали. Отправили ее туда. Если дыня не сильно сладкая у вас, вот в данной ситуации, она, ну, в принципе, достаточно сладкая. Поэтому мы сахар использовать не будем. Специально поставил сахар, если что, ну, добавьте пару ложечек сахара. Теперь берем имбирь. Вот здесь у меня идет на вот данный объем на 0,7 литра. У меня получается здесь, ну, где-то в районе, сколько мы взвешивали, Жень? 7 грамм? Это 7-8. Так, 7 грамм, да. Нарезаем имбирь мелко. И отправляем туда же. Теперь берем корицу, буквально немножко, буквально совсем чуть-чуть ее берем и именно кидаем, друзья, не на дно, а на поверхность, пусть она настаивается равномерно. Так, чуть побольше, вот, вот так, пол ложечки чайной. Все, друзья, теперь закрываем вот этот наш чугунок, в вашей ситуации возможно будет какая-то бутылочка. И отправляем настаиваться на 2 недельки. А через 2 недельки мы снова с вами встретимся. Ну и как обычно, отфильтруем и продегустируем. Что, прошло 3 недельки. Прошло 3 недельки. Красотища неимоверная. Мед чистой воды сверху. Ну и что, отфильтровываем. Ребята, ну надо было, конечно, двойную маду использовать. То есть вон там плавают всякие эти, но не суть страшно, что осядет. Она у меня еще постоит месяцок-два. Вот. Ну, попробуем. Честно сказать, даже не столько сейчас попробовать. Мы ее когда переливали, тут такой запах стоял, друзья, просто чарующий. Это надо просто попробовать и сделать. Сделайте. На Новый год у вас будет такой шикарный запах дыни. По вкусу сейчас я вам скажу, что у нас получилось. Пахнет, ну, просто бомба, да? Да. Запах шикарнейший. Ну, на вкус. Прям медом. Да. Да. Ваше здоровье. Прям дыни, вот как мед, да? Вот медовая, что-то такое, дыня, вообще, да, супер. Класс, отлично. Отлично, да. Ну, попробуем. Наимягчайшая, да. Друзья, наимягчайшая тема. Притом, вначале такой вот вкус, а потом такого послевкусия. Супер, вообще супер, изумительно, ребят, попробуйте, сделайте, не пожалеете. Вот, обязательно прокомментируйте, обязательно поставьте лайк, дизлайк, кому не понравится. Кто не подписан, подпишитесь. Ну а с вами был Свой, до новых встреч.